Химкинское отделение торгово-промышленной палаты – площадка диалога не только для предпринимателей. Здесь проводят образовательные встречи с юными химчанами. Ученики школы номер один посетили торгово-промышленную палату «Химок». В формате дружеской беседы пообщались с руководителем химкинского отделения организации Артуром Каримовым. Сегодня мы в рамках проекта «Мы первые» провели круглый стол с нашей молодежью, с молодежью города Химки. Мы поговорили о волонтерстве, о добрых делах, а также о гуманитарной миссии, которую каждый житель, каждое молодежное объединение выполняют на сегодняшний день в нашем городском округе, собирают. Пишут письма для наших военнослужащих, собирают и делают окопные свечи. На круглом столе присутствовали почетные гости, в числе которых руководитель управления строительства Роман Глаголев и лидер движения общественной поддержки Егор Чинюк. Мы поговорили о перспективах развития нашего городского округа, о перспективах развития в сфере культуры, в сфере спортивной. Предложили ребятам вступить в ряды волонтеров. Юные химчане не только слушали выступления спикеров, но и рассказывали о себе, чем увлекаются, какие планы на будущее. Учусь в первой школе, занимаюсь волонтерской деятельностью, являюсь волонтером Молодой гвардии Единой России и волонтером в Подмосковье. На мероприятии Артуру Каримову вручили благодарность от первого заместителя главы округа Кристины Мадатовой. Поблагодарили за активную добровольческую и гуманитарную деятельность на территории городского округа Химки и Донбасса. Только от Химок, от области, да, там от абсолютно всей России, за то, что вы делаете, за свой тот вклад, который вы вносите. Спасибо большое. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.